Вот здесь вы видите ссылочку, также она находится в шапке моего профиля в Инстаграме. Переходите, свайпайте вверх и регистрируйтесь. Давайте, осталось совсем мало времени. Мои хорошие, вы мне все пишете, очень жаль, Ксюша, у меня работа, дети, мы не смогли прийти. Никуда не нужно приходить. Это онлайн-курс, это я сижу здесь в Сити, в башне Федерации, а вы сидите дома, и просто вам нужно зарегистрироваться, вот и все. Мои хорошие, и если у вас сейчас не получается, допустим, 8 часов, когда будет проходить мой курс, в это время будете укладывать ребеночка, или, не знаю, там, готовить мужу ужин, ничего страшного, вы зарегистрируйтесь, потом посмотрите. Вот, посмотрите, начинается наш вебинар. Вот мы уже здесь сидим и ждем. Вас очень много, меня это очень радует. Ну и Маша тоже, да, Маша? Мои хорошие, я еще раз вам напоминаю, что не нужно было приезжать к Moscow City, ни в коем случае пытаться куда-то прорваться. Дело в том, что все будет сейчас онлайн. Поэтому, если успеете на троллейбус, возвращайтесь домой и включайте камеру. Спасибо огромное за такой кредит доверия. Вот. Мы, конечно, еще не вышли в онлайн-эфир, но уже я вижу, сколько вас, как вы все ждете. Мне это очень приятно. Спасибо большое. Вы знаете, что я вас люблю. Мои хорошие, ну что же, свайпайте эту ссылочку, регистрируйтесь. Прямого эфира не будет на моей странице. Только если вы пройдете по этой ссылке, зайдете туда, зарегистрируйтесь, и там увидите меня. Поэтому делайте быстрее.